На Новый год, как бы, ну, у меня дочка, да это вообще даже не на Новый год, это она у меня может есть постоянно, салат Цезарь. Со многими людьми разговариваю, то есть как бы в основном, не знаю сколько процентов, но очень многие кладут отварную грудку Цезарь. Мы делаем жареную, то есть филе куриное, оно нарезается как на стейке. И жарится как стейки быстренько с двух сторон, чтобы вот запечаталось, сок весь внутри оставался. Потом режется все это соломочкой. Твердый сыр, пармезан на крупной терке. Листовой салат айсберг. В основном лучше всего айсберг туда подходит, в Цезарь. Помидоры черри. Ну и потом, естественно, сухарики. Потом уже, как говорится, перед самой подачей сыпятся сухарики, заправляются соусом. Соус можно брать и готовый. Кальвы есть для салата Цезарь. Есть астория, пармезанный соус тоже очень хорошо подходит. Но вот грудка, именно вот мы ее жарим. У меня дочь пробовала с отварной грудкой, ну, подружки. Она говорит, мама, вообще мне не понравилось. То есть вот видать, кто как привык. Но опять-таки многим людям советую, говорю, вы попробуйте вот ее как отбивные пожарить. И больше всем нравится, то есть как бы вот именно, что вот вкус придается другой. И она получается, сама вот эта грудка, она более сочная. Потому что когда ты ее быстро жаришь тонкими пластинками, весь сок остается внутри. Мы даже ее начинаем резать на соломке, а доска вся в соке. Mm-hmm. То есть она сочная-сочная получается. Отварная она все-таки более сухая. И уже и вкус немножко другой. Вот Цезарь с жареной куриной грудкой, он, конечно, вообще прям замечательный получается. Вот сейчас как раз Новый год, и можно сделать, например, вот такой Цезарь, даже попробовать новую интерпретацию. Можно, некоторые делают даже, ну, мы не делали ни разу, но как-то вот, я считаю, что, может быть, и не сочетается курица с креветками. То есть можно добавить креветки, это кому как нравится. Но у меня дочь прям против. Нет, я люблю вот свой Цезарь оригинальный. И все, больше ей ничего туда и не надо добавлять. Даже с учетом того, что она любит креветки, нет, я не буду делать с креветками, хочу просто вот с жареной грудкой, такой вот и все. Ну, салат получается, конечно, очень вкусный. Значит, жареная грудка, салат айсберг и сыр пармезан, черри, и заправки. И белые сухарики, и вот соус, да, для заправки Цезаря. Попробуем. Я тоже всегда с вареной делала раньше. Нет, а это именно с жареной. Очень вкусно получается.